Сегодня 30 июня. Приехал вот посмотреть, чем тут наш брат занимается, Виктор Савченко. Все сарайкой своей занимается один. Помощников у него нету. Ну, Господь поможет ему. Даст сил, крепости, разумения. Вот он уже тут разобрал. Всю крышу снял на себя. Мир тебе, брат! Чем ты тут занимаешься? Чем буду заниматься? Занимаешься чем? Выравниваешь, да? Развалом экономики. Развалом. Выравниваю, конечно. Тут два ряда надо накладывать. А, вон как. Сверху. Что, вы за ягодой ходили? Нет, ушли. Мы машины загружали ветками, чтоб на костер. Втроем. Роман, Никита и я. А за какой ягодой-то пошли? За клубникой. Ну, так она есть и не выгорела. Нет, вроде бы нет. А то я смотрел, ты зависть была, дождей-то не было, думаю, горит, наверное. Дело в том, что нам уже притаскивали ее. Кто-то. Ну она, да, она где-то есть, он. Под Мамонтова там собирали, я ехал, когда видел. А мы же когда этот камень, когда грузили, мы там уже клубнику поели немножко. Ели? Да, на разъезде. Она, правда, еще не доспела, я там наполовину была. Значит, все-таки уродилась. Ну. Тебе может это, отбойный молоток дать, этот, ой, префератор? У меня есть да префератор. Может быть. Кто бы только принес его, да? Давай привезу. Сейчас, у тебя это туповатое. У тебя удлинителя хватит здесь? Да. Переноска. Есть, у меня. Есть, да? Все, я сейчас приеду, привезу тебе. Да видишь, тут не так и много. Ну смотри, у тебя же вон неровности. Ну, а кое-где молотком, а здесь он хороший раствор наложил. Тут зубилом, молотком чередует. Ну давай, а мне все равно стоит без дела. Я тебе принесу, да и все сейчас. Что... Ты быстро справишься. Сейчас, брат. Ну все, слава Богу, за все.